Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим диффуза и их особенность. Вчера я уже выкладывал подобное видео, но оно было не совсем полно. Я поторопился и не учел некоторые особенности. Поэтому то видео, которое посмотрели 1500 человек, я удалил. И вот делаю для вас новое. Все для вас. Ну, начнем. Во-первых, с помощью диффузов мы можем мгновенно убить призванное существо. Например, от Энигмы, от Инвокера, от Бистмастера, от Люкантропа, от Брудмазер. Потом у нас идет Некрономикон, Фурион и Варлок. Так, давайте мы сейчас возьмем новые заряды и Варлок. Теперь смотрите. Меня спрашивали также, как можно пополнить заряды диффузов. Никак. То есть, вначале вы покупаете диффуза первого уровня, у вас там будет 8 зарядов. Использовали 8 зарядов, купили рецепт, у вас появились диффуза второго уровня. Когда вы используете эти 8 зарядов, больше вы не сможете пополнить. Вы просто продаете диффуза и покупаете заново. Еще спрашивали, стыкуется ли диффуза, когда вы купили множество. Нет, не стыкуется. Без вариантов. Хорошо. Идем дальше. Также с помощью диффузов мы можем сбивать эффект от ветров. То есть, враг использует ветра. Здесь надо учесть то, что я уже говорил ранее, да? Нам нужно классать не в саму точку ветров, а на самого героя. Вот он использует ветра. Опа, на самого героя. И опускаем его. Ну, видите, мы его опустили ниже плинтуса. Давай еще раз. Опа. И прямо самого героя. Опс. Все, сбивает эффект ветров. Пока, братюня. Также снимает положительные эффекты со врагов. Вот использует Варлок на себя хилку. Мы снимаем ее. Пока, Варлок. Пока. Далее. Диффуза полностью контрят Омника. Они снимают действие Рэпила и его ультимейта. Смотрите. Использует Рэпил, ультует, с помощью диффузов полностью все снимаем. Так, еще раз, я, по-моему, 2 раза нажал, ну-ка еще раз, давайте. Ультует, снимаем, все. Полностью, видите, контрит. Поэтому, если у вас враги пикнули Омника, вы знаете, что делать. Пикайте героя, на которого можно собрать диффуза, например, Рики или Фантом Лансер. Далее. Давайте мы качнем инвизик. Пускай будет у нас инвиз. Снимает все метки. То есть кидает метку Свардар и Баунти Хантер. Вот видите, действие меток от Свардара и Баунти Хантера. Используем диффуза на себя. Снимаем метки. Также снимает действие дастов. Использую даст. Вот вы видите, просветка работает на меня, да? Использую диффуза. Больше просветка не работает. Еще смотрите, когда мы используем диффуза, мы замедляем врага. Но когда мы используем на себя или на союзника, мы не замедляем. Также снимает отрицательные эффекты с себя и с наших союзников. Поставь лайк! Напиши комментарий. Подпишись на канал.